Привет, Варежка. И сегодня мы берем интервью у Варвары Барулиной. И всем привет, и с вами Анатолий. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании. Как вас зовут? Это что, допрос? Нет, не допрос, но вы обязаны сказать, потому что это интервью. Понятно, сколько вам лет? 15. В каком классе учитесь? В 9. Чем увлекаетесь? Да так, рисую, гуляю, танцую. Имеете свой видеоблог? Конечно, подписывайтесь, ссылочка в описании. И как называется ваш канал? Толик! Понятно. У вас есть домашние животные? Да, у меня есть два попугая. Одного зовут Фантик, другой Гуча. У вас есть братья, сестры? Конечно, у меня есть родной брат Коля и двоюродная сестра Ксюша. Понятно. Где вы сейчас находитесь? Сейчас мы находимся в деревне. В каком месте? На площадке. Понятно. Где мы сидим? На скамейке. Угу. Какого вы роста? 1.50 м. Угу. Имеете отношения? Конечно, нет. Понятно. Эти пассажиры паузеры. Что ты умеешь делать из трюков? Колесо. Хотите покажу? Да. Пошлите! А сейчас Варвара нам покажет свое фирменное колесо. Если вы хотите больше интервью, тогда подписывайтесь на наши каналы. Ссылка будет в описании. И ставьте лайки. И всем пока!